Союз нерушимый. Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый», ведущая передачи Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Мы приветствуем вас и сразу же сообщаем, что эта программа выходит в записи, а записываемся мы в день по прошествии дня, когда в нашем городе прошел межрегиональный форум под названием «Вятка. Территория открытого диалога». Если вы следите за новостями по межнациональной тематике, то вы, наверное, можете помнить о том, что ранее подобный форум тоже проходил неоднократно в нашем городе, правда, раньше он назывался «Религия против терроризма». Да, ну, Азиз Алиевич был участником форума. Ну, в прошлом году. В прошлом году. И вот я побывал как раз-таки на этом форуме. И могу от первого лица тоже здесь говорить с нашими гостями. Ну, собственно, давайте гостей наших представим. Да, сегодня наш гость из нашего солнечного Дагестана. Ахмад Магомедалиевич Кахаев, заместитель муфтии Республики Дагестан. Я хочу особенно поблагодарить вас, потому что дагестанский муфтият нас каждый год поддерживает в этом форуме. От вас все время приезжают специалисты, люди, которые выступают и помогают разбираться в этих вопросах. Поэтому передайте нашу благодарность нашим друзьям, братьям. И всегда ждем вас в гости. Да. Да, и Абдурахман Далгатович Османов, да. Да, Османов, полномочный представитель правительства Республики Дагестан Кировской области, председатель Кировской региональной общественной организации «Дагестанское землячество», организатор форума. Но он организатор не только этого форума, он организатор предыдущего форума, предыдущего форума. То есть, поэтому мы можем как бы разговаривать. Почему именно дагестанское землячество уделяет такое особое внимание этой тематике и решению возникающих вопросов? Скажите, пожалуйста, добрый день, Рахман Далгатович. Добрый день, дорогие друзья. Почему мы уделяем это внимание? Еще в 2015 году у нас состоялось первый форум, и в то время было актуально, вот этот, везде были взрывы, терроризм, и в основном большинство ссылка делалась на мусульман, в основном это то в Дагестане, то в Северо-Кавказских республиках, и поэтому то время, когда мы решили организовать такое мероприятие, нас поддержало местное правительство Кировской, мы с ними этот вопрос обсуждали. Духовное управление Кировской области этот вопрос тоже у нас поддержало. И одновременно, когда мы этим вопросом тоже советовались и с муфтиатом Республики Дагестан, тоже нас поддержали и решили совместно, тогда у нас была большая команда, и в общем решили тогда организовать такой форум. И заодно у нас наша цель была в этом форуме подключить всех органов исполнительной законодательной власти, местные правоохранительные органы, а также студентов всех религиозных общественных организаций, которые у нас существуют в Кировской области, да, и всех землячеств, ну, диаспор, национальные, я имею в виду, организации, которые. В этом тогда возникла такая, просто в то время была ситуация. Название было поэтому тогда там «Религия против терроризма», а сейчас название изменилось. Вятка – территория открытого диалога. Почему? Что закладываете? Да. Какой смысл? Когда закладывали, как бы вот называли таким. Ну, мы вчера об этом говорили, потому что она как-то уже в течение 3 лет она показала свою актуальность тут. И потом и получилось так, многие общественные организации, да, многие там, когда видно было там название «Религия против терроризма», ну, не все хотели участвовать, да, я имею в виду, в круглом столе, и поэтому... То есть отпугивало, да, вот это возможно, да, и поэтому мы решили немножко поменять вот этот формат общения, формат названия. Конечно, мы из того тоже полностью не отходили, потому что все равно она актуальна, да, вот этот экстремизм, терроризм, она все равно не все исчезла. И поэтому мы решили, вот оргкомитетом мы собрались, и было принято решение оставить, например, оставить ежегодный межрегиональный, вот название поменять «Вятка. Территория открытого диалога». И вчера вы были у нас, вы видели, что это одни из тех мероприятий, да, где мы за одним столом
собираем почти всех, которые исполнительные власти. Законодательные собрания там были, да, были там все правоохранительные органы были, почти все были, да. Вот я вам потом, если что, даже оставлю вот этот список. У меня есть. Да, у вас есть список. Я захватил с собой с форума. Действительно, да. Вот есть список. Представительный довольно, да, список. Да, вот более 25 этих должностных лиц были там приглашены. Почти все сферами охватывали. Угу. И религиозные, и молодежные организации. Вот. И был, это единственное такое, я всегда говорил, вот, ребята, потому что я, когда часто с ними сталкиваемся, есть вопросы, которые задают в узком круге, да. Я говорю, если у вас такие наболевшие вопросы, которые мы действительно сегодня должны реагировать на эти вопросы, давайте сообща вместе выйдем и будем эти вопросы сообща решать. Вот как раз хочу спросить, хотя ответ вполне очевидный, конечно, Вятка – территория открытого диалога. Диалога, подчеркну. Давайте еще раз проговорим. Диалога между кем и кем? Вот диалог между обществом и гражданским обществом, да, и между, я имею в виду, органами власти, чтобы мы друг друга услышали, мы понимали актуальность тех вопросов, которые сегодня не все могут выносить. Вот даже вот, которые были там молодые студенты, все, которые мы там приглашали, у нас было очень много вчера из разных институтов были из молодой гвардии. Кадеты были, да, были из Вятской железнодорожной. Десятая школа была, ну, этот кадет как раз, да. Да. Вот. Из юридического колледжа были и другие были, да. Когда я им задавал до этого вопросы, мы с ними обсуждали, я говорю, давайте вот обсудим эти вопросы, вынесем сюда, да. И даже вот из епархии, который был у нас, Ерий Борисов, вот, и вот с ним даже, когда по телефону мы разговаривали, он говорит, давайте, мне это вот интересно, та тема, которая у вас... И я, говорит, у вас впервые буду участвовать, и мне это интересно. Давайте будем выносить ложь, которую мы скрываем, да, на эту площадку, там, открыто. Резолюция будет у форума. Ну, вот вчера она на мероприятии, было сказано, что она появится позже. Но можем мы хотя бы сейчас в основных чертах осветить, что там будет в этой резолюции, в итоговом документе? Да, вы знаете, мы вот резолюцию мы посмотрели, которую мы были, был у нас в прошлом году, да, и те вопросы из тех, которые мы как-то решили эти вопросы, и дополнительно этого вопроса, они, вот сейчас скажу, вот резолюции там есть предложение, они хотят вот этот форум, да, вот этот круглый стол переносить на регион, не регион, на, я имею в виду, области Кирова, например, районы. В районы. Ага. Вот я сейчас просто их не могу все озвучивать. Мы, у нас, вот вы знаете, у нас были анкеты, мы раздавали вот анкеты вот такого типа, да? Где можно было оставить свои предложения. Да, и там в двух-трех анкетах есть, они предлагают разные области, там в Слободской. Районы, вернее, районы, да. Переносить вот этот. И они просили, давайте вот это тоже включим в резолюции, чтобы мы могли вот это переносить на разные вот эти... То есть, возможно, я как одну из идей просто сейчас высказываю, то есть, возможно, сначала какие-то вот районные будут, да, форумы, а затем, возможно, венчающие их мероприятия областного, межрегионального характера. Это формат, да. Это как организовать там и так далее. Но вот основная идея вот в этом году какая была? Вот что мы хотели донести во время этого диалога? Вот основная идея, основная цель у нас была, вот, честно говоря, в этом году мы больше настаивали на патриотизм. Вот патриотизм, воспитание молодежи, патриотическое воспитание. Вот именно основная цель была на этот у нас в этом году. Патриотизм? Да. А вот, Хаджи, что имеется в виду? Что имеет в виду ислам, когда говорит о патриотизме? Бисмилляхи рахмани рахим. Во имя Всевышнего, милостивого на этом свете ко всем и милосердному. Патриотизм, если у человека нет патриотизма, если он не любит самого себя, своего народа, свою родину, свои традиции, то есть этот человек другому пользу тоже не может давать. Потому что ожидать от такого человека польза будущим, какая-то польза, что будет, такого не ожидается. Это осмотрение, это понимание своей религии, то есть религии ислама. Да? Ислам, у нас говорится, что любить родину, это является половина твоей веры. То есть
если не считается твоей верой, если ты не любишь свою родину. Я правильно понимаю, люби свою родину в рамках большой многонациональной страны. Да. Так? Да, да. Вот потому что я почему это я могу. В данном случае, да. Я вот почему это и озвучил так, потому что, вы знаете, Дагестан, в нашем общем доме России, нашей стране, это регион, в котором проживают около 40 национальностей, более 120 этносов, и в том числе трех религий, и Дербент, мы называем его вот городом трех религий. И вы можете просто листать историю, вот долгие 1500 лет тому назад, оттуда, если начиная даже, когда появился ислам, и после этого тоже, если посмотреть историю, когда-нибудь в Дагестане были ли какие-либо скандалы, разногласия межнациональные или же межконфессиональные, не были ни со стороны христиан, ни со стороны иудеев, ни со стороны мусульман. А почему не было? Потому что ислам их учил патриотизму. Ислам их учил, то есть, любить друг друга. То есть, и также христианство, и также иудаизм. Все эти мировые религии, их вот наших предков обучали всегда, чтобы они уважали и любили и друг друга. То есть, вот в этом плане, то есть, и патриотизм, и вот в целом в патриотизме и есть и наша религия. И все направления, они обучают друг друга любить, уважать, назад смотреть, предков изучать, свою родину любить. То в целом эти все направления приветствуются и исламе, и даже рекомендуется всегда, чтобы мы были такими. Открытыми к диалогу. И это в каких-то как бы вот аятах Корана, как бы вот про. То есть, я один из хадисов... Зафиксировано, да? Вот, да, где-то допустим, Аллах Субхана ва Тааля в Священном Коране говорит, что «Инна халякнакум», что «я вас сотворил», то есть, племенами и народами, для того, чтобы вы познавали друг друга. То есть, в этом аяте открыто объясняется о том, что Всевышний Аллах, если захотел бы, только один народ был, их он создал бы, да, и одна религия была, то есть, и одна конфессия была, то есть, Аллах их создал бы только одним. То есть, Аллах Всевышний создал их разными для того, чтобы они познавали друг друга, помогали друг другу и почитали друг друга, уважали друг друга, да, вот, вот в таком плане. Это в священном аяте говорится, то есть, и также в хадисе говорится о том, что даже никто из вас не будет полноценно уверовавшим, пока он не полюбит своему брату, имеется в виду детям Адама и Евы. Угу. То есть эти братья, в смысле здесь не говорится брату мусульманину, брату христиану или же иудею, никто, то есть человечество в целом. Посланник Аллаха говорит о том, что полноценный ваш иман не будет считаться, пока не полюбите, не пожелаете своему брату то, что вы желаете самому себе. То есть ваша вера, то есть это вера, да? Это вера мусульманина, это заключается в том, что любой национальность, какой бы национальности человек не был, какой бы вере он не был, какая бы традиция у него не была, какой бы он что он сам выбрал, это его дело, это его право. А то, что касается моего отношения в отношении другого человека, это уже отличается. Отличается тем, что я должен его полюбить, я должен его уважать, его ценить и ему чем могу помочь. То есть со стороны человек не должен исходить вред. То есть, если это исходит от меня, то есть ненависть другому человеку, или же не любовь, или же не уважение, или же унижение, это значит у меня нет веры. То есть, вот ислам этому учит человека. Поэтому здесь в целом, если взять и патриотизм, уважение друг друга, даже у нас в Дагестане говорим слово толерантность, мы иногда пользуемся, да, толерантность, говорим, что мы толерантны друг другу, терпимы друг другу. Я вот не люблю слово. По-моему, я люблю ваше слово, которое вы употребляли раньше, уважение. Уважение, да. Вообще, по-моему, пик востребованности слова толерантность, это как-то пошел, на мой взгляд. У нас в Дагестане это слово толерантность не восьмая, они говорят, это у нас для нас не существует. Да, для нас существует братство, взаимоуважение, потому что мы веками, то есть, живем в Дагестане. Ну, к сожалению, конечно, последние, то есть, десятилетия, начиная с 90-х годов, какие-то люди сначала хотели национальные почвы какие-то разногласия делать, они увидели, что это невозможно, потому что пока есть у них религия, у христиан, у мусульман, иудеев, это не произойдет. Потом захотели среди религиозных людей
какие-то расколы делать. И тогда тоже мы совместно Владимиром Владимировичем Путиным 99-е года вот показали в Дагестане, что в Дагестан, что эти бандиты не войдут. Через этого, через религию они не смогут расколы делать в Дагестане и России. Потому что вот в Ботлыхских ситуациях, вот в ситуациях и других местах тоже мы всегда... Заметьте, они тогда искусственно делили мусульман. Да, искусственно это делали. Вот мы такие, а вы вот такие. И поэтому... В смысле, это хорошие, это плохие. Да, это вот хорошие, там назывались по тарикату, там, или как-то там назывались. Да, вы там салафиты, там, условно говоря, а мы там... В целом, конечно, были, вот они вербовали молодежь, да, а они вербовали людей, но реально ваххабизм в Дагестане, когда появился ваххабизм, мы его не восприняли, то есть нормальные, полноценные, вот знающие люди. Но, к сожалению, конечно, вербовали молодых людей, то есть показывали им неправильный. Но это, наверное, сложно было, Махаджи, потому что Дагестан с такими традициями ислама, да, с такими глубокими крепкими, традициями. Вот, крепкими, миролюбивыми. Да, с такими, ну, да? Там, я так понимаю, что там распространен, в том числе, суфийские там, направления. Да? То есть, это же один из самых сильных направлений. И самых миролюбивых, и более того, самых глубоко философских направлений по познанию. Вот, и поэтому сложно было, да, Ахмад Хаджи, в этом смысле, в Дагестане что-то... Что-то им творить у нас в Дагестане сложно было. То есть, ну, альхамдулиллях, для нас тоже сложно было. Почему? Я хочу здесь подчеркнуть, что мы прожили 70 лет уже, скажем, что от образования, религиозного образования люди были отдалены. Но хотя в душе, в сердце у людей была вера, они хотели молиться, они хотели, вот, знали своих предков, но, к сожалению, они были отделены от религиозного образования. И христиане, и мусульмане, и иудеи. И в это время, после 90-х годов, когда вот, открыли дорогу, открыли для всех, и в это время и появляются бандиты, и появляются недруги России, то есть недруги наши, то есть в целом появляются, и в это время... Вот направлять молодежь на правильный путь, для этого нужны были кадры. То есть знающие наставники. Люди, то есть наставники. Но этих людей считанные малого, количество людей много. А люди, которые с кем они должны заниматься, их очень мало. И их тоже и вот, вот должны и сначала же понимать тоже после развала Советского Союза и полностью открытые площадки, и туда приходят и эти, и те. То есть и сначала должен человек сам на ноги стоять, и люди тоже его понимали. И после этого эту работу вести, это очень было сложно. Но наш муфтият и с руководством нашей страны, и нашего, вот, нашей республики. Они долгие годы поработали. Как-то мы последние 4 года, вы сами замечаете, в Дагестане не были ни взрыва, ни таких серьезных терактов. Да? Вот, слава Богу. Слава Всевышнему Аллаху. И, альхамдулилля, мы избавились от этого. Это благодаря знаниям, благодаря... То есть, поддержка, взаимопонимание государств и также муфтият Республики Дагестан. Ну, в том числе, я бы сказал, активные позиции духовенства, да? Раньше, наверное, какое-то еще было такое... Ну, тогда тоже, конечно, кадр... Некой... Сегодня у нас, если один человек был работающий, сегодня, если их 10, значит, конечно, должна быть разница. Я скажу, что это 10 тоже не были бы, если не были бы у нас после 90-х годов один человек ученый тоже, да, скажем, есть. Благодаря этих людей они подготовили кадров, и мы смогли стоять против экстремизма и терроризма. Да, вот, а сейчас какова ситуация? Сейчас тоже в Дагестане работа ведется, но, конечно, мы не стоим, потому что мы основную, можно сказать, работу сверху сделали, а внутренние работы, которые, ну, в любом случае, всегда нужно профилактическую работу провести. Вот мы не останавливаемся, мы хотим еще больше и больше делать. Почему? Потому что болезнь. Вот человек, если заболел, один раз вылечился, если его без внимания оставить, да, вот если профилактику не провести, то другой, он обратно может заболеть. Да? И поэтому перед нами есть большая работа, и в том числе не только эту работу провести в самом Дагестане, потому что дагестанцы и проживают, то есть в разных регионах нашей страны. И хочу и выразить благодарность нашему брату и Абдурахману Далгатовичу тоже, что он пригласил нас и предоставил нам
нам возможность и встретиться и с дагестанцами, и провести с ними беседу, им тоже разъяснять определенные вещи, отвечать на их вопросы. Какие вопросы были? Поделитесь, пожалуйста. Вот наши, ну как мы их называем, кировские, кировские дагестанцы. Да. Знаете, да. Вот кировские дагестанцы, они очень отличаются, они у вас очень добрые, очень хорошие. Характерная черта Кирова. Добрые. Очень добрые. Покладистые, отзывчивые. Очень добрые и очень хорошие. Конечно, то, что, но как бывает, если встречается человек юристом, ему вот по юриспруденции вопросы зададут. Да, если политик по политику. Да, да, то есть, да. А меня спрашивают, как намаз, это мы правильно делаем. То есть, или же там эти мероприятия, как нужно совершать. То другой, как человека, который, у которого есть религиозное образование, то есть, вот такие же вопросы они задавали. Mm-hmm. То есть, связанные с молитвами, совершениями этих, правильно этих молитв, то, что, то, где они могут ошибаться. И тогда, и также в том числе вопросы, которые остро стоят между тех других людей и также традиционно то, что мусульмане делают. Подобные вопросы были, и, конечно, чем мог, я тоже ответил. Абдурахман Далгатович, сколько дагестанцев у нас сейчас в регионе насчитывается, там, по официальным данным? Ну, вот у меня, вот когда я лично даже просто за меня собирали подписи, да, чтобы я представил Республику Дагестан, в регионе области, нашем. Да, вот лично у меня было в списках более 200. Это каждый человек, который был подписан. Это только было в Кирове и Слободском. Вот. Ну, мне кажется, да, этот человек, наверное, 500 там точно есть. Вот просто основные, да, потому что уезжают, приезжают, потому что основной такой учет мы не ведем, так как мы все-таки граждане России, они все прописываются, уезжают. Поэтому тут у нас таких обязательств нет, в каждом месте регистрироваться, да, там ставить на учет. Поэтому в этом плане, но основные, вот человек там 500, мне кажется, тут у нас... Постоянные тут есть, которые живут. Живут, работают. Так, да, в области. Мне хотелось бы сейчас еще сосредоточиться больше именно на нашем регионе, на Кировской области. Спасибо, конечно, что уделяете именно нам такое большое внимание. Напоминаю, что Ахмат Хаджи, заместитель муфтия Республики Дагестан. Вчера на форуме часто, конечно, у нас звучало имя нашего президента Путина. Но зачастую, как ведь мы думаем, что Москва, президент, это где-то далеко. Да, патриотизм, это, ну да, да, патриотизм, надо любить. Но ведь зачастую, да... Там, вне зависимости, это даже там, какие-то межнациональные или не межнациональные вещи. То есть огонь может разгореться из-за какой-то вот маленькой искры. Да? Как вот на местном уровне людям доносить, что слушайте, ну надо уважать. Надо, надо иногда и поступаться какими-то своими желаниями. Да. Вот как обычным людям объяснить, чтобы не возникало этой искры внезапно? Вот что можете сказать, Ахмат Хаджи? Знаете, вот психология, вот в целом люди, которые представляют и религию, и которые представляют и других направлений, они должны людьми верными, которых нет своих корыстных целей. То есть человек, если он начнет, допустим, в Дагестане, вот и вы сейчас тронули вопрос, то есть Владимир Владимирович Путин, да, реально этого человека у нас любят. Почему? Потому что самые трудные, сложные годы не только Россию он спас, да, вот, скажем, целом, и Россию тоже спас, он и внутри России, мы считаем, что к Дагестану этот человек относился очень так и вежливо, и уважением большим. И нас от экстремизма, можно сказать, в 99-м году рядом с нами стоял и спас нас и с народом вместе. И поэтому у дагестанцев, у дагестанского от народа в отношении Владимира Владимировича Путина есть большое уважение. То есть про него вот кто-то, чтобы сказал там плохое или же что-то такое, я не видел. И мы тоже стараемся, потому что в любом случае, какой бы конфессии, с какой бы конфессией он не был, какой бы национальности он не был, если даже человек не уважал, мы же сказали в начале, то есть, что мы должны этого человека уважать. То есть, и тем более, когда глава нашей, лидер нашей страны, да, вот если он относился к именно этому региону, то есть, большим уважением, то есть, от злости, от плохой ситуации он спас этот регион, то есть, мы же в долгах перед этим человеком, чтобы относились к нему хорошо. То есть, это наша обязанность. Этим и народу тоже, народ тоже этого понимает. То есть, у нас в народе тоже в этом проблемы нет. То есть, подожди, да.
Я-то говорю о бытовом уровне, да, о бытовом уровне, да, вот. Хорошо, тут два вопроса возникают. Путин, президент Путин, как бы в Москве все там сделал. На то он и президент, чтобы он делать во благо всей страны. Он президент всей России. Стратег. Он должен этим заниматься. Он сделал, мы ему благодарны. Окей. Вопросов нет. Вопрос в другом. Мы живем каждый день. У нас есть соседи. Мы сталкиваемся с разными вещами. И в зависимости от того, в каком мы состоянии, в каком мы настроении, может возникнуть... Вот Володя-то спрашивает, что вот, как людям-то объяснить, что не нужно, что ваши проблемы не из-за того, что перед вами человек другой религии или другого цвета кожи, или у него глаза другого цвета, а проблемы совсем из-за других вещей? Это первый вопрос. И второй вопрос. Очень часто недопонимание возникает в ходе уже, когда, значит, наверное, вы, религиозные деятели, объясняете людям, может быть, там появляются какие-то перегибы, связанные вот с чем. Когда вы говорите о патриотизме, патриотизм мы, ну, частично можем определить как любовь к родине. И вот вас молодой человек спрашивает, потому что меня спрашивают и то, а что, если мы родину любим? То мы что, не должны критиковать, значит, правительство, не должны говорить руководителю города или руководителю области, что так нельзя или нельзя плюнуть в лицо чиновнику, который крадет, значит, или там использует коррупционные схемы при распределении государства? Разве это не любовь к родине будет? То есть, как человек проявлять должен свою любовь в таком случае? Насколько активен он должен быть? Или он должен сидеть и, зная это, ждать? И Путин нас рассудит. Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, прервемся и продолжим нашу беседу. Союз нерушимый. В эфире программа «Союз нерушимый». Мы продолжаем. У нас в гостях Ахмат Хаджи, заместитель муфтии Республики Дагестан, и Абдурахман Османов, полномочный представитель правительства Республики Дагестан в Кировской области, председатель Кировской региональной общественной организации «Дагестанское землячество», организатор как форума прошедшего 22 ноября, так и ранее прошедших. Азиз Алиевич задал очень жизненный вопрос. Да. Да. Ахмат Хаджи. Но как это на, первое, вот первое... На уровне межличностных отношений, да? В конкретном месте, в конкретное время. Знаете, вот все возникает у человека, когда отсутствует у человека образование, знание. О! То есть у нас говорится, что во всех делах «Лаусакат аль-джугаля уль-артафа аль-хилаф». Если бы молчали незнающие, то есть невежественные, никакие разногласия, раздора не было. К сожалению, то есть вот это происходит от того, что человек начинает заниматься тем, чего он не знает. Что он не знает, да. Вот в первую очередь население надо призвать, чтобы они приближались к знанию и получали образование. Почему? Вы знаете, вот ислам, наша религия, первый аят, ниспосланный священного Корана, это что было? Икра, читай. То есть первое слово, которое ниспослано Всевышним Аллахом пророку, это было, то есть, акцентировано на образовании, на знании. То есть читай, изучай, да, изучай, обучайся, обучайся, познавай. Вот, познавай. Угу. Вот через этого это все исходит. Ну, вот, каждая семья, у каждом доме, кто находится, вот нам... В целом, не только религиозные деятели, и все вот, ответственные люди, они должны призвать всех, чтобы они получали образование. То есть, когда уже образование начнется, вот Мы сейчас какое образование имеем в виду? Мы имеем в виду все. Вообще, вот, в принципе, любое, да? Вообще тягу к знаниям, да, в принципе. И в любом образовании должно быть образование воспитательной части тоже. То есть, знание, то есть, чтобы вот, если учитель в школе, чтобы он не только учит человека ручку,
ручку держать и там букву написать. И параллельно он должен воспитывать его. То есть, и если этот имам мечети, если он обучает ему алифба написать, то есть не только алифба написать, а алифба так его, это да, абы. То есть их написать. Вот буквы. Надо его что делать? Да, воспитывать, то есть его. А как же человека, то есть нужно вот воспитывается в исламе? Допустим, сегодня пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мир ему и благословение, сказал, что если мы хотим что-то лучшее было, чтобы мы исправляли самих себя. То есть вот не сделали другого виноватым в каком-то поступке, да? Вот чтобы мы вот в первую очередь эту вину, эти недостатки искали самих себя. То есть если мы вот так с самих себя начнем, если мы сами себя будем воспитывать и лучшими, и будем сами начинать лучше относиться и рядом, которые находятся люди, к ним, то тогда они тоже станут лучшими. То есть поэтому здесь семейно, оттуда, как это начинать, в первую очередь человеку необходимо образование и также вовремя воспитывать детей правильно. Но, к сожалению, в наше время же получается так, что большинство, если взять вот моей семьи и вашей семьи, да, большинство из нас работает. Утром выходим на работу и вечером выходим, возвращаемся. А вот куда, если мы сдаем детей вот воспитывать, нам, конечно, нужно посмотреть, куда мы сдали его, и там реально... Вот меня слово уже пугает. Да, сдавать, воспитывать. Да. Не должно так быть. Да, не должно так быть. Сдавать, воспитывать. И в целом нужно в любом случае кого-то, если мы приглашаем, чтобы наших детей воспитывали, то есть это нам нужно делать, правильный выбор поставить. Вот с этого и начнется все лучше и лучше идти. Человек же, он грешен, да? Лень ему иногда, да, образовываться. Еще какие-то обстоятельства он себе придумает. Еще и еще. Как, собственно, свет-то знаний вот вложить в душу, в умы каждого, в умы каждого. Да. Что вы делаете, да, кстати, да, в этом отношении? В любом случае, мы хотим, чтобы все образованные были, они не будут. Но все равно воспитание это в любом области очень, очень нужно. Mm-hmm. То есть нужно специалиста, который среди этих образованных людей и будут хорошие воспитатели, которые будут обучать и воспитывать следующие категории людей, да, которые нет образования. В целом, нам необходимо в первую очередь повышать уровень знаний. То есть каждого человека, хоть это в школьном возрасте или же дальше. Но я раз хочу подчеркнуть. Ахмад Хаджи, правильно я понимаю, что когда вы говорите повышать уровень знаний, вы имеете в виду не только... Религиозное. Хорошо, да. Не только религиозное и не только, значит, там, пи равно 3,14, Бесконечность. А вы имеете в виду в том числе и знание о том, как в данной ситуации себя повести, как относиться к человеку, который ты встретил, что сказать в какое время. Потому что, у нас, например, иногда бывают споры там, про лезгинку. Я сам тоже люблю там иногда лезгинку там станцевать, несмотря на возраст. Про то, что любой человек, умеющий танцевать лезгинку, гопак или топотуху, он должен знать, когда и где он может себе позволить это сделать. Да, можно после экзамена, получив 5, выйти и немножко там гопак. Дать себе немножко отвлечься. Абдурахман Далгатович. Я вот хочу пару слов добавить. Угу. Конечно, тут то, что сказал Ахмад Кахаев, добавить тут, конечно, очень сложно, но я вот воспитание вот воспринял вот так. Вот, смотрите, я вот могу от себя говорить, да? Да. Вот меня как воспитывали, например? Вот мне говорили, если ты вот из родного дома вышел, если, например, если я родился в Чиркее, я поехал в район Буйнакск. Угу. Если я что-то сделаю, я там буду говорить, вот из Чиркея Абдурахман что-то натворил. Да. Правильно? Из Буйнакска я выезжаю, например, да, из Дагестана я выехал, любой российский город. И там будут уже говорить. Да, дагестанец. Поэтому мне всегда говорили, Абдурахман, вот где бы ты ни был, я представлял своих родителей, свое село. Правильно? В своем селе я представлял своих родителей. Если я в школе что-то натворил, сказал, это чей-то сын, значит, я там представлял родителей своих.
вышел за селение, уже свое село представлял. Вышел за республики Дагестан, я уже Дагестан. Вот поэтому я всегда, ребята, говорю вот дагестанцам, которые здесь приехали учиться к нам, которые, я говорю, ребята, вы никогда не забывайте, независимо, например, да, какой бы национальности ни были, что бы вы ни делали, вы всегда представляете, как я, вы представитель республики Дагестан. И по вас будут судить. Да. По вам, не скажет, что это Магомедов сделал, скажут, это сделал вот мне скажут, например, представитель народа конкретного. Поэтому я говорю, у нас к вам просьба. Я говорю, вы, вот если меня так научили, я уверен, что этот, как говорится, есть горский кодекс, есть такой, который этому их всегда учили. Это даже независимо, потому что она веками, годами передавали уважать старших. Вот я вам честно скажу, бывало время, когда я здесь ездил, тоже на троллейбусе, я здесь нахожусь, да. Здесь 96-го года я в Кирове, уже сколько времени, правильно же? Да. И я всегда уступал старшим, другим и старался, потому что здесь это было немножко диковато, я вам честно говорю, я даже когда дома был, вот дома, в Дагестане, если даже попробуй, там кто-то молодой будет сидеть, тебя могут громко на тебя говорить, тебе будет это стыдно. Поругать. Да. Порицать. Понимаешь, она идет воспитана вот так. И это по воспитанию, да. Патриотизм, я вам скажу. Вот любой человек, который занимается своим делом, будь это шахтер, будь это учитель, будь это строитель, я думаю, это тоже патриотизм. Это от работы я свое дело делаю качественно, как положено, да. Если каждый человек будет заниматься своим делом добросовестно, честно, да, например, не находя такие-то, ну, причины. Их, конечно, можно найти. Почему нельзя называть врачом, который хорошо людей лечит? Патриот. Он патриот своего страны, своего города, правильно же? Например, я, например, находясь сегодня... Через свою работу, через помощь людям, он поэтому тем самым воплощает свою миссию. Я в этом плане хотел... А если плохой врач? Вы знаете, если плохой врач, ну, если он плохой врач, он тоже... То ведь судя по тому, что сказал Адхан Хаджи, но... и сказал Мухаммад, алейхиссалам, да, то я должен... Что, нет, в себе копаться? Для этого... Я возвращаюсь ко второму вопросу, который я вам задал. Я к сожалению, не ответил на этот вопрос. Две минуты у нас остается, к сожалению. На этот вопрос я не ответил, потому что сейчас я отвечу, иншаллах. Но знаете, есть люди, которые за плохих людей, за плохой поступок, которые... отвечают. Это наши правоохранительные органы. Есть судьи. Вот в исламе, нашей религии, то есть общее отношение у людей к другим людям, есть другое — справедливость, честность. Вот мы знаем, что немало людей же судят, немало людей за их поступок осуждают, то есть им срок дают или же другое. И в этом плане, вы знаете, мы должны поэтапно перейти, если человек нарушает закон, кто бы он ни был, будь он религиозный, будь он какой бы он себя ни ведет, то есть рамки закона. Надо соблюдать этот закон, вот по этим законам двигаться и сохранять свои традиции и все. То есть сегодня мы знаем в нашем России, вот нам есть все, вот учитаны все права человека. То есть во всех этих правах нам дано возможность и соблюдать свою религию, исповедовать свою религию. Но нам нельзя эти границы закона нарушать. Если нарушает, если этот любой человек нарушает, надо его соответствующим образом, чтобы этого человека, ну, то есть наказали. То есть в этом плане, как вы сказали, что чтобы я или же кто-то в нашем общем общении среди своих людей, вот каждого человека винить и его наказать, такого ислама не показано. То есть для этого есть определенные люди, которые будут вот этим заниматься. Это была у нас основная цель, начиная с себя, вот этой форуме, да, чтобы как-то профилактику, чтобы объяснить вот это, чтобы мы не нарушали вот это, чтобы не выходили за рамки и в шариате. И я же вам четко там рассказал, что такое патриотизм, как все она, уважение к соседям, любовь к другим. Ну, поэтому вот это наша цель, чтобы мы друг друга понимали, друг другу вовремя остановили и работали, ну, как по профилактике. Вот так, вы время быстро истекло.
40 минут мы уже посвятили этому разговору. Философские, да, если, так сказать, понятия патриотизма. Вы, Азиса, лично мне бы вот мне понравился этот очень, это очень волна, на которую мы сегодня настроились, и мне бы очень хотелось, чтобы в последующих форумах вот именно она была реализована, вот более близкая, что ли, да, вот к нашим простым. Очень хотелось бы, конечно, вот делам, нам нужно, да, чтобы кто-то, конечно, нам вот этот вопрос был задан на форуме. Если вы что-то видите в этом у нас, свою лепту, чтобы нести, просьба была выразить свое пожелание по улучшению проведения следующего форума. Точки зрения, кого бы вы хотели, чтобы там видели. Вот такую анкету мы там раздавали. Хорошо. Я надеюсь, ну, у нас есть контакты, есть выходы, да, мы можем, да, я думаю, до этого форума еще раз пообщаемся, да, и попросить, найдем те вопросы. Спасибо большое, что уделили спасибо нам время. Спасибо нашим гостям, да, да. Ахмат Хаджи Магомедалиев Кахаев и Абдурахман Далгатович Османов. Наши дагестанские друзья, наши братья, как сказано в Коране, да, все мы братья от Адама и Евы. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До спасибо. Союз нерушимый.